Всем доброго времени суток, с вами Red Half 546, продолжаем играть в Zombie Andreas 3.0. Напоминаю, что мы находимся в заброшенной хижине, который нас спас Тим. Мы уже путешествовали в гору и прочее. Вот все неподалеку. Классно. Хорошее начало. Черт. Магическим образом. О, этого квадроцикла почти не сдвигать. Бесит, все еще стоит. Блин, поднимал очень. Он может не хватить. Видишь.
Ладно, вот. Наверх что делать? Сейчас сложно. Блин. Чего желаешь купить? Так, мне нужны бинты и аптечки. Где не транспорт? Как? Смогу ли я выбраться на отсюда? Так. Интересно. Идем не сюда. Где-то. Классно. Наши стоят, еды не хватает, бензина нет, патронов мало, слишком хардкор. Да, класс. Двигайтесь со мной. Даже с бензином. Это прям победа. Спасение на лодке. Ким, я собрал все нужное Диму и положил его в машину. Отлично, теперь можно ехать. Садись в машину, я поведу. А ты просто посиди в ней. Хорошо, поехали. Как-то сложно. Значит, текст. Ну вот и все, конец. Хотя конец уже был. Вся жизнь рухнула за пару мгновений. Я все никак не могу перестать думать о нем. Если бы я мог все исправить, вернуться в прошлое на минуту раньше, то, возможно, этого не случилось. Это все моя вина, я не смог ее защитить. В тот злополучный день я ничего не смог сделать. Это произошло совершенно спонтанно. Но почему именно когда я проснулся? Почему именно в этот момент? Чтобы я слышал ее крики, хотя думаю, если бы этого не случилось, когда это случилось, когда я спал, то в этом совершенно никакой разницы. Сначала всего этого, мы планировали жениться. Мы познакомились на работе 5 лет назад.
Помню тот день, словно как вчера. Долгое время мы просто пересекались и общались по работе. Затем нам поручили расследовать дело вместе. И с этого момента мы сдружились. Спустя какое-то время мы стали больше проводить время вместе. Так продолжалось 2 года. Мы постепенно привыкали друг к другу, мне нравилось работать с ней. Она была всегда жизнерадостной. Да и следила за собой тоже. Ее длинные волосы, прическа, фигура. Я уже мало представлял свою жизнь без нее. Если бы я знал, что в будущем произойдет, я бы не поверил этому. Начался настоящий ад. Я был на работе и шел обычный день. И вдруг кто-то начал кричать, а потом замолк, его схватил зомби. Началась паника, мне с трудом удалось сбежать оттуда. Я быстро поехал домой и сказал все ей. Мы решили забаррикадировать дом, но да, это в итоге не помогло. Приехали, выходи из машины. Чем будем вызывать спасателя, надеюсь, они быстро ответят. Ищайте. Ты, ё-моё. Активизировать спасателя. Черт, мать, спасатели прибудут только через 4 минуты, ждем их. Черт, нет, вас много. Подержаться 3 минуты.
Так, еще полтора минуты, надеюсь, нигде танков не предвидится, это будет плюс. Так, осталось чуть на секунду подержаться. Один. Ну, где-то спасатели. О, садись в лодку. Спасатели, правда. Приплыли. Сан-Пьеро. Знакомство с выжившими. Приветствую тебя. Добро пожаловать на наш корабль. Мое имя Генри, а твое? Майк. Думаю, самое время познакомиться с нашей командой. Иди поговори с ними. Хорошо, Генри. Знакомство с выжившими. Здравствуйте, меня зовут Майк, а тебя как? Звать меня Клинни, я по профессии медик, если что, болит за меня. Будем знакомы, Клинни. Больше с ним только не понимаю. Я недавно прибыл на корабль, я познакомился со всеми. Меня зовут Майк, а тебя как? Меня зовут Кэрил, я прибыл сюда на этот лет из-за Свентуроса. Очень приятный Кэрил. Будем знакомы. Опять поголодался. Видно, закупает, не точно. Эй, я только что перевел на корабль, меня зовут Майк, а тебя? Во имя Олетта. Кирилл, моя внучка, она единственная, кто у меня остался из близких людей.
Очень приятно, Алита. Эй, приветствую, как тебя зовут? Эми Коннор, я автомеханик. Очень приятно, Коннор. Со всеми, что ли, это все? Это все? Все выжившие? Ах ты. Да. Целый корабль. Добро пожаловать на новое место жительства. Здесь ты можешь всегда найти еду и прочие вещи. А теперь очень благодарю с твоей стороны, Генри. Каждая выжившая ценность, которую нужно беречь, у нас остается все меньше и меньше. Когда-то у нас было 25 человек. Ладно, я отхожу от темы. Если будут вопросы ко мне, то я нахожусь на палубе. Давай, я пойду отдохну. Вся эта ситуация сильная и матывает меня. Еще увидимся. Здесь вы можете свернуть игру. Ну, понятно, да. Не волнуйся. Так. Скрываем игру. Охотная завлекательная. Майк, хорошо, хорошо ты пришел ко мне. Нам нужна твоя помощь. Какая помощь? Понимаешь, Алита больная, ей нужны лекарства. Но все наши запасы лекарств для нее вымокли, когда у нас была течь в корабле. Тим и Клемми поедут за медикаментами в ближайшую больницу, но им нужен еще один человек. Мог ли ты съездить с ними? Помощь им не помешает. Разумеется, съезжу. Лично держи оружие и едь с ним. Отправляйтесь в больницу. Так, где больница-то? Так, подъехали в больницу. Че я забыл, если мы не отправляете меня? Легко нам, мать. Бежит.
Продержались мы, так скажем. Пока с вами съедем кораблем, блестящий без колеса. Спасибо за помощь, моя. Не стоит благодарность. Так, а теперь все мы будем-то. Непонятно. Это поставил здесь. А, ясно. Ночная прогулка. Мое дело есть грандиозное. Какое же? Сегодня ночью бандиты будут переправлять свои запасы через мост Гант. Нам пригодятся их запасы. Военные планируют устроить засаду на том мосту. Мы можем воспользоваться этим. Пока они между собой перестреляются, дерем их до нитки. Возьмем сколько сможем и уедем на их машине. Нам не помешала бы твоя помощь, Майк. Вы совсем долбанулись? Нам что, делать нечего? Не начинай опять, Майк. Мы же не дураки конченые. Мы достали нам три бронежилета, плюс кучу патронов и оружия. Где вы все это взяли, что возьми? Это не важно, все решено, ты едешь с нами. Да, Майк, ты едешь с нами. Ладно, психи, но если что, виноваты будете вы. Не такие передряги были, Майк. Мы скоро отправляемся, пошли, парни. Так. Так, и опять военные сраные бандиты еще. И без колеса, только с колесом. Не помню, где уже это просто. Пошли. Вот, скорее.
все взяли никого. Черт возьми. Классно. Миссия провалена. Это еще. В прошлый раз, да, был взрыв какой-то. Понятно, или... Мне интереснее всего, откуда же взяли информацию, то, что там таких переходов. Уже нет никаких стрельщика, исследования корабля. Рации, что-то переходили, что вроде оторвались, нас чуть-чуть не убили, а ты говоришь, фух, это было серьезное дерьмо, я думал, все будет гораздо проще. Больше с вами никуда не поеду, никуда, никогда. Ну и ладно, трусишка. Хватит спорить, идем на корабль, я лично выстрелюсь между друг другом. Ладно, пошли на корабль. Вот мы снова на корабле. Гордон. Ну и мрачный же сегодня. Да, действительно. Знаешь, Майк, у меня есть к тебе маленькая просьба. Что такое? Опять Тим Клим из дома фургона гонять? Да нет же, этих нормальных я уже наказал, они будут работать с Коннором. Так что тогда? Понимаешь ли, Кэрил грустит из-за того, что она потеряла своего парня Гордона. Ты не мог бы найти его, нужно будет узнать у Алиты, где живет Гордон. Я думаю, она знает это. Все-таки она бабушка Кэрил. Хорошо, я пойду узнаю. И в чем смысл находить трупак? Что-то непонятно. Здравствуйте, сегодня ужасное мрачное небо, да? Да, отвратительно, что такое? Поймаете ли? Мне бы рассказали про Гордона. А, это друг моей внучки. Она грустит по нему. А вы не знаете, где он живет? Да, он живет в Сан-Фьер на Дженнипер Холлом, недалеко от корабля. А почему раньше никто не проверял, жив ли Гордон? Мы не хотели расстроить Кэрио, ведь Гордон мог стать зараженным. Так вы собираетесь проверить Гордона? Бога ради, если он будет зараженным, скажите Кэрио, что дом был пуст, хорошо? Хорошо, ладно, пора отправляться. Сейчас чувствую, там Гордон каким-то танком стал. Или еще чего. Так, ну поехали. 30 бензина, дом Гордон, Мрачные подвески.
она где-то. Всем доброго времени суток, с вами Red Half 546. Продолжаем играть в Зомби Андреас 3.0. Напоминаю, что находимся в заброшенной хижине, которую нас спас Тим. Мы уже путешествовали в гору и прочее. Вот не туда локу. Документы. Именно из-за них находятся бандиты. А расскажи-ка подробнее. Хорошо, слушай. Я учился в Гринглесском колледже миссис Кэрилл. Туда приехал великий ученый Эмми Браун. Он указал на уничтожение нового, очень опасного оружия. Гениально. Я с собой этим не интересовался, поэтому не помню, что делает это оружие. Зомби-апокалипсис начался во время лекции Эммета Брауна. Когда он понял, что случилось, он попытался убежать с чертежами, но его заразил зомби. Я тоже бежал, но ученый попросил меня взять чертежи, говоря, что это не должно попасть к плохим людям. Я взял чертежи, сел в машину и поехал к себе домой. Всем доброго времени суток, с вами Red Half 546. Продолжаем играть в Зомби Андреас 3.0. Напоминаю, что находимся в заброшенной хижине, который нас спас Тим. Мы уже путешествовали в гору и прочее. Вот все неподалеку. Классно. Хорошее начало. Черт.